максимально конкретизировать план по финансовому оздоровлению лечебных учреждений региона и еженедельно докладывать о ситуации. Такое поручение дал губернатор Сергей Морозов Минздраву и председателю правительства Александру Смекалину. План по снижению кредиторской задолженности начал выполняться с начала года. Так, в начале 2019 года задолженность поликлиник и больниц составляла 2,5 миллиарда рублей. То по состоянию на 1 мая она снизилась на 11% и составляет 2,2 миллиарда. В этом году, за последние годы, у нас идет положительная динамика в части погашения задолженности, а не наращивания этой задолженности. Мы понимаем темпы, которые мы взяли, вы поставили конкретные задачи. Снижение кредиторской задолженности напрямую зависит от финансирования из областного бюджета, так как в территориальной программе ОМС средств на эти цели не предусмотрено. В 2019 году на погашение кредиторской задолженности из областной казны выделено 500 миллионов рублей. Средства направлялись на коммунальные услуги, страховые взносы НДФЛ и горюче-смазочные материалы. Губернатор акцентировал внимание на необходимости того, чтобы председатель правительства, заместитель председателя правительства, я лично взяли лечебное учреждение под личный контроль. По крупным лечебным учреждениям, значит, Александр Александрович Смекалин будет отрабатывать по городским Екатерина Владимировна ОБА и по районным я должен личные, так сказать, мероприятия прописать. Целевые субсидии уже позволили снизить долговую нагрузку в Рязановской, Маинской, Базарно-Сызганской районных больницах. Анна Тищенко, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.